заберут все равно. И решила поддержать этот мем стрит-артом. Нарисовала 4 плаката ждуна. Изначально его создала художница голландская. Это такое серое существо, жирное, со складками. Наверное, которое много сидит на диване и ждет чего-нибудь. Жду шарфики «Зенита», потому что здесь рядом стадион. И «Зенит» здесь играл. Болельщики ждут от «Зенита» побед. Я решила их приклеить туда, где народ в ожидании. Банки, почты. Я вообще думаю, что вдохновляться можно всем, чем угодно на самом деле. Вот интересно, когда из чего-то страшного или там неприятного, ну, например, здесь это ожидание, рождается что-то красивое. Ладно, пока, ждун. Желаю себе удачи, помогай людям ждать. В поликлиниках обычно люди ждут очереди к врачу. Когда люди видят ждуна, они посмотрят со стороны. Что сидеть и ждать? И зареть. Надо действовать, да.